В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Конец рабочей недели для староскольцев и губкинцев выдастся довольно прохладным. По данным гидрометцентра, в пятницу 21 апреля небольшой дождь. На протяжении всего дня температура воздуха будет колебаться в районе 9 градусов тепла. По ощущениям еще ниже, всего плюс 5. Ночью столбики термометров укажут на отметку 7 градусов выше 0. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Растущая луна, магнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление ближе к норме. 742-744 миллиметра ртутного столба.